В Академии гражданской авиации сегодня день траура. Друзья и преподаватели вспоминали погибших при крушении учебного самолета накануне близ Алматы. Семьям пилота Сергея Курченко и курсанта Айдара Абишева будет оказана необходимая помощь, заверили в учреждении. Руководство Академии займется организацией похорон, а также поможет доставить тело инструктора на родину, в Украину. А у курсанта третьего курса осталась беременная супруга. Она тоже вместе с ним училась в этой группе и тоже готовилась стать будущим летчиком. Но она сейчас дома, она в положении, и поэтому, наверное, мы предоставим ей академический отпуск для того, чтобы она потом продолжила свое обучение. Напомню, накануне в авиакатастрофе под Алматы погибли два человека. Это 47-летний гражданин Украины, пилот-инструктор Сергей Курченко и курсант третьего курса, 21-летний Айдар Абишев. К расследованию происшествия приступила специально созданная комиссия.